Такие тренажеры не встретишь в обычном зале, да и на открытых площадках тоже. Специализированный спортивный комплекс для людей с ограниченными физическими возможностями – уникальный социальный проект компании «Ингострах». Эта площадка открыта на самом деле для всех. Для обычных людей, для детей и в том числе для людей, которые имеют нарушение опорно-двигательного аппарата или людей с инвалидностью. Она универсальна и может использоваться всеми. Эти снаряды предназначены для тренировки основной групп мышц. Им не страшны ни дождь, ни заморозки, ни жара. Чемпион России и призер Европы по плаванию Сергей Клягин одним из первых провел здесь тренировку. Говорит, что остался доволен. Я буду сюда ходить, потому что это как спортивный зал, который поможет, ну, как раз-таки поддержать мою форму. И после этого сразу на воду. Спортивный комплекс в Москве – лишь часть масштабного проекта компании «Ингострах» по созданию доступной среды для инвалидов. Он стартовал во время эстафеты Паралимпийского огня 2014 года в Сочи. Подобные спортплощадки уже открыты в Краснодаре, Белорецке и Нижнем Новгороде. До конца года они появятся еще в 10 городах России.